Друзья, всем привет! Привет, YouTube! Привет, каждый наш подписчик! В сегодняшнем видео я дам ответы на некоторые из ваших вопросов, которые вы задавали под последними двумя видео на нашем YouTube-канале. Видео, напоминаю, кто не смотрел, на тему «Уход за самшитом». И на втором видео я стрижу самшит в форме сердечка. Итак, первый вопрос задает нам Ольга Малышко. У меня небольшой кустик самшита и тоже хочу подстричь в виде сердца. С чего начинать? Может сначала его вырастить до определенного размера или надо начинать формировать уже маленьким? Советую формировать самшит ваш в форме шара. Потом шара легко придать форму сердечка. Вот на нашем видео самшит в форме сердечка, это сначала был шар. Многие задавали вопрос, сколько этому сердечку лет. Я вам отвечал в некоторых там комментариях, что этому сердечку примерно где-то 12 лет, не меньше. Второй вопрос задает нам Елена Ирлинская. Павел, добрый вечер. Сразу хочу вам задать вопрос о стрижке самшита. Мой самшит после первой весенней стрижки дал пышный ярко-зеленый молодой прирост. Теперь опять нужно все состричь. Или вторую стрижку делать летом? Спасибо. Если он у вас после первой стрижки самшит дал, как вы говорите, ярко-зеленый молодой прирост, это хорошо, значит ваш самшит чувствует себя замечательно. Советую сейчас провести уже вторую стрижку самшита. Самшит — это такое растение, которое любит частую стрижку. Чем чаще вы самшит стрижете, тем он у вас будет пышнее и презентабельнее выглядеть. Вторую стрижку можете провести сейчас, а третью стрижку можете провести в июне месяце, примерно где-то с 15 июня. Так, переходим к третьему вопросу. Задает нам его Влад П. Павел, а точите вы ножницы всегда шкуркой или чем-то еще? Шкуркой я убираю только заусеницы на ножницах. И шкуркой я убираю с растения сок, который налип, или смолу, которая налипла после стрижки туй. В основном ножницы затачиваем с помощью напильника. Напильник плоский у нас есть, и мы проходим режущее полотно напильником. А шкуркой всегда я прохожу перед каждой стрижкой, чтобы убрать с режущего элемента налет. И также задает нам вопрос Елена Попова. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как часто и каким маслом лучше смазывать садовые ножницы? Спасибо! Советую, повторяюсь, обычной шкуркой убирать налет на режущем элементе, а смазываем мы обычной ВД-шкой. Кто знает, что такое ВД, продается оно в синем баллончике, это средство. Так, переходим к четвертому вопросу. Задает нам его Светлана Кис, давняя наша подписчица, она живет в городе Монреаль, Канада. Передаю, Светлана, вам привет. Вопрос такого характера. Павел, привет. Светлана, привет. Спасибо за очень нужную информацию. Как всегда, на любые свои вопросы нахожу ответы на вашем канале. Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне стричь сейчас кустики самшита, если я их посадила в прошлом году, и они еще маленькие, примерно 30 сантиметров в высоту. И второй вопрос. Если нужно стричь самшит, то можно ли сейчас, так как у нас в Монреале еще холодно? Температура всего плюс 9 градусов. Заранее спасибо и признательна вам за ваш ответ. Так, отвечаю на ваш второй вопрос по поводу температуры плюс 9. Температура плюс 9 — это не очень хорошая температура воздуха для стрижки вашего самшита. Подождите немножко, пока самшит ваш даст прирост. А даст прирост он, когда на улице потеплеет. Немножко подождите со стрижкой вашего самшита. Первый вопрос, нужно ли стричь ваши самшитики, которые всего-навсего по 30 сантиметров? Да, нужно. Нужно прирезать верхушки у ваших самшитиков. Для того, чтобы у вашего самшита развивались бока. Чтобы бока не были лысыми. Если вы будете прирезать слегка верхушку, самшит будет более набитый по бокам. Я думаю, внятно я вам ответил. Теперь переходим к последнему вопросу. Задает нам его Сергей Щербаков.
Как он написал в конце вопроса, ваш постоянный зритель, редко пишущий комментарии. Так, отвечаю на вопрос Сергея. Доброго времени суток. Подскажите, за сколько лет при хорошем уходе из 15-сантиметрового шара можно сделать такого размера сердечко, как у нас на видео? Отвечаю, 12 лет, не меньше. И пожелание Сергея. Рассказывайте, пожалуйста, больше про инструмент, который себя зарекомендовал в ваших руках. С ваших советов купил сучкорез Гардена 680B. Узнал про фирму Трупер, заказал грабли с большим размахом. Ну, кто смотрит наш канал, я там делал обзор садовых грабель пластмассовых фирмы Трупер. Это не реклама, грабли реально хорошие, они оранжевого цвета. Кто не смотрел обзор этих грабель, ссылочка будет внизу под этим видео в описании. Через пару дней должны приехать грабли Трупер к Сергею. Уже купил секатор Трупер Т24. Сейчас выбираю секатор Лёве. Дорого, но в перспективе купится. Самоизоляция когда-нибудь закончится, поеду смотреть ножницы Гардена. Уже 2 месяца на них в интернете смотрю. В руках подержать хочется для 100% убеждения в покупке. Ножницы Гардена, такие как мы применяем для стрижки наших растений, Сергей, очень хорошие, советую вам. Конечно, хочется в руках, я вас понимаю, подержать, как механизм этот работает. Но советую вам, хорошие ножницы, я доволен. В общем, огромное спасибо, что делитесь такой ценной информацией, полученной долгим путем, проб и ошибок. Да, вы правы, написали, что проб и ошибок. Были, конечно, и ошибки в подборе садового инвентаря, покупали некачественный садовый инвентарь, покупали некачественные ножницы. Хочу сказать одно, что лучше купить проверенный бренд. Конечно, если вы что-то хотите для сада своего покупать, почитайте в интернете отзывы, видеообзоры есть. Но советую покупать проверенные уже годами бренды. Не экономьте, лучше поднакопить денег и купить что-то стоящее. Друзья, ответил я кратко на интересные вопросы. Спасибо за ваши просмотры. Нас уже скоро будет 23 тысячи. Подписки на канале растут благодаря каждому из вас. Подписывайтесь также на нашу страничку Instagram. На страничке Instagram Планета Сад каждый день есть интересные сторис. Мы выставляем интересные фотографии, научные фотографии, как ухаживать за газоном. Маленькие такие описания пишем. Подписывайтесь на нашу страничку Instagram. Там очень будет интересно. Всем спасибо за лайки. Всем пока.